Хорошо, спасибо большое. В принципе, здесь очень понятно. И буквально, наверное, поскольку программа, вот, которая меня интересует, вот, для финансово независимых лиц, она частично, наверное, похожа с этим видом на жительство, да, буквально вот по самым основным моментам, да, про тех людей, которые имеют достаточный пассивный доход не на территории Греции, хотели бы получить вид на жительство, хотели бы проживать, какими основными критериями они должны соответствовать и ну, какая возможность от получения именно вида на жительство? Финансово независимые лица, да? То есть лица, которые имеют постоянный пассивный доход и могут это подтвердить. То есть доход может выражаться, например, в выплатах пенсии, выплата алиментов, выплата дивидендов. Главное, чтобы эти пособия, так сказать, эти выплаты имели постоянный характер, который можно подтвердить полностью. Процесс в данном случае подразумевает две инстанции, то есть первая инстанция – это греческое консульство, в данном случае по месту нахождения, постоянного места проживания, и после, которое выдает после просмотра все документы, выдает специальное разрешение на получение вида на жительство в Греции, и после этого обращение в службу уже внутри Греции. Основной предпосылкой является… вот я вам объяснила эти выплаты, которые должны иметь постоянный характер. Объем выплат ежемесячно не должен быть меньше, чем 2000 евро в месяц. И на годовой основе получается 24 тысячи. При этом, если гражданина сопровождают члены семьи, такие как супруга и дети до 18-летних, несовершеннолетних, то значит эта сумма 2000 должна быть пропорционально увеличена. На супругу это увеличение 20%, на каждого несовершеннолетнего ребенка по 15%. Так пропорционально увеличивается сумма 2000. Эта сумма нужно показывать на год в каком-то документе. Также еще можно, кстати, договор аренды использовать, если какая-то коммерческая недвижимость, то ее, значит, тоже можно сдавать в данном случае, предоставлять такой договор. Помимо этого, необходимо, чтобы сумма не менее 24 тысяч была показана и на банковском счете, не обязательно в Греции, это может быть какой-то другой, так сказать, банк, в котором эта сумма имеется, и она является как бы как гарантийным таким подтверждением, что действительно у меня такая сумма есть, в том случае, если мне, например, не будут какие-то выплаты, да, в течение приходить. На основании этого греческое государство рассматривает документы, понимает, что это они имеют постоянный характер и выдает вид на жительство сроком действия 2 года. Хорошо. Вот как я понимала из того, что вот вы рассказываете, да, то есть здесь обязательно предусмотрен порядок получения визы D, а если мы говорим про Golden визу, человек может и по туристической визе приехать, да, и сменить статус. Да, то есть да. И по туристической при этом не обязательно даже греческая виза, главное, чтобы это была виза Шенген, которая позволяет законно приехать и находиться в любой стране Европейского Союза. А вот очень важный момент, если человек находится вот по виду на жительство, да, для финансово независимых лиц, будет ли он платить какие-то налоги на территории Греции со своего дохода? Да, в нашем случае нет. То есть, если обращается гражданин к европейскому страну, такую как Греция, с целью получить вид на жительство финансово независимое лицо, то какой-то отдельно налоговой ставки на те доходы, которые будут заявляться, в данном случае нет. Если, однако, часть дохода будет зарабатываться в Греции, например, это может быть ранее купленная недвижимость, которая будет сдаваться в аренду, да, будет также добавляться в пассивный доход, для этого не нужно работать, да, то от этой суммы, конечно, будет налоговая ставка, как и действует для всех других греческих граждан. А доход он должен быть вот четко пассивный, или это может быть, например, у меня компания там в Российской Федерации, там есть какие-то дивиденды, или я как-то управляю ей дистанционно, то есть это может быть, или доход исключительно пассивный должен быть? Я вам сразу скажу, это на усмотрение консульства. Да? Должность в данном случае мы говорим директора, заместителя директора, совета директоров, учредителя, даже мы не считаем, что это должность, является для консульства очень часто пассивной деятельностью. То есть директор – это не бухгалтер, который должен являться ежедневно на работу. То есть то, что можно делать дистанционно. Хорошо, ну спасибо большое. В принципе, мы осветили такие вот самые, наверное, важные моменты, которые в первую очередь интересуют наших клиентов. Конечно, я хочу добавить, что если у кого-то возникают какие-то дополнительные вопросы, они всегда могут обратиться на наш сайт, оставить заявку, мы обязательно перенаправим вас уже на нашего партнера Ларису, где вы сможете получить уже более подробную, развернутую консультацию, да, которая будет непосредственно направлена на ваши интересы. Лариса, да, спасибо еще раз большое. Если у вас есть что-то добавить, если вы что-то забыли сказать, давайте. Наверняка что-то забыла сказать. Ну, тема обширная, действительно, тут, наверное, как бы вот в 15 минут и не уложишься, но как минимум самые основные моменты, которые интересуют, я думаю, что мы действительно их раскрыли. Я думаю. Тогда будем прощаться. Спасибо всем за просмотр. Всего доброго. Всего доброго.